Впереди летние каникулы, и каждый родитель думает, куда отправить своего ребенка. В Краснодарском крае много хороших детских лагерей, и один из них – Всероссийский детский центр «Смена». Более 20 тысяч детей из всех регионов России ежегодно отдыхают здесь. Главное в организации детского отдыха – это педагоги. Это вожатые, это воспитатели, это те, кто отвечает за досуг, те, кто отвечает за обучение, за спортивные мероприятия. В «Смене» сейчас создается парк будущего. Это Всероссийский центр профессии. По поручению президента сюда будут приезжать десятки тысяч ребят со всей нашей страны для того, чтобы получить хотя бы представление о профессии, выбрать свою мечту, кем он хочет стать в жизни, возможно, выбрать учебное заведение. И неважно, это будет повар-кондитер, будет это парикмахер, либо это будет оператор беспилотных летательных аппаратов. На первой летней смене в этом году стартует сразу 8 тематических программ. Профориентационное направление, спорт, творчество. Каждый ребенок может найти дело по душе. В этом году по поручению президента Российской Федерации в смене открывается Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий «Парк будущего». Анатолий Гладышев из Саранска уже получил возможность обучиться новым компетенциям и профессиональным знаниям. Молодым специалистам очень важно знать и уметь пользоваться информацией, ту, которую им дают, и ту, которую они должны сами получать. А сейчас я понимаю, насколько важно задавать правильные и нужные вопросы в нужном контексте с нужным направлением. 1 июня «Смена» отмечает свой день рождения. Крупнейшему детскому центру исполняется 32 года. В этот день пройдет грандиозный праздник. Будут работать более 50 интерактивных площадок. Состоится торжественное открытие Аллеи Славы и Парка Будущего. На гала-концерте выступит артистка Black Star, Клава Кока, музыкальная группа «Интонации», краснодарская группа «Гламурный колхоз». В этот день «Смена» приглашает всех друзей. На праздник может попасть любой желающий. Будет организован бесплатный трансфер каждые полчаса от Анапы по маршруту скейт-парк на улице Крепостная до ВДЦ «Смена».